Развитие вузов региона обсуждают сегодня в Тюмени в рамках визита министра образования Ольги Васильевой. Первым в программе рабочей поездки стал Тюменский госуниверситет. Министру показали, как устроен Центр научного творчества и робототехники. Здесь свои проекты разрабатывают школьники. В их распоряжении 3D-принтеры, лазерные станки, наборы для конструирования. Заинтересовала министра и разработка аспиранта вуза учебник для слепых, который позволяет освоить шрифт Брайля. Уникальный учебник, поскольку таких в России нет, и мы сейчас пытаемся с инклюзивными коррекционными школами наладить отношения с тем, чтобы он достаточно не дешевый, скажем, да, достаточно дорогой, но поскольку ничего подобного нету, то мы надеемся, что когда он станет массово выпускаться, он будет в каждой такой школе, где действительно необходим. Затем делегация посетила научно-исследовательскую лабораторию. Сотрудники университета здесь сосредоточились на изучении клещей. Министру отчитались о достижениях. В этом году исследования ведутся в рамках госзадания. Особое внимание карантинным видам насекомых. Эта лаборатория за короткий срок смогла привлечь самые престижные гранты российских и международных научных фондов. Отличается очень высокой публикационной активностью в ведущих международных журналах. Более того, на базе лаборатории издается лучший биологический журнал.